Так, ну а теперь мой самый любимый трюк за все сезоны карбонара. Смотрите, у меня есть болт, на который накручена гайка, и мы кладем его сюда. Здесь я знакомлю Валентина с удивительными тараканами-строителями, которых привезли с Аляски. Вы слышите? Он раскрутил гайку. А за 10 минут до этого таким же трюком я разыграл Аполлинария Никифоровича. Правда, он не сразу купился на историю о тараканах-строителях. Кстати, этих тараканов любят использовать на Аляске, потому что они могут выполнять работу за вас. Давайте их накроем, потому что это ночные насекомые. Они стеснительны при дневном свете. Поэтому они работают только по ночам. Давайте возьмем парочку. Эти тараканы любят использовать зубочистки. Вот так вот. Шурин нашего владельца работает на Аляске. Он нашел их там и поймал. Да, это сбежал. Так, хорошо. Эти ребята пусть пока работают, а я вам сейчас покажу, что один малыш может сделать. Вы же не боитесь жуков, верно? Ну так, чутка боюсь. Серьезно? Слегка подсыкиваю. Хорошо, я их тогда накрою, но вообще вы их не бойтесь, они обычно сами разбегаются. Но они не любят работать при таком свете. Что, стесняются? Возможно. Смотрите, у меня есть болт. Допустим, у вас тоже есть такой болт, который сильно закручен. Так. И вы не можете его раскрутить, особенно ночью. Тогда вы даете его этому парню, прям закрученный. А теперь наклонитесь и послушайте. Твою мать, это что? Да, он его раскручивает. Смотрите, видите, раскрутил. Чего? Да? Ну скажите, разве это не здорово? Да я даже не знаю, что сказать. Но это странная способность. Думаете? Да. Хотя каждый может болт раскрутить, верно? Ну да. Но круто же. Да это охренеть как круто. А теперь представьте, что они могут толпой сделать. Смотрите, что они сделали из зубочистки. Да ладно! Смотрите, красавцы. Да ну нахрен, вы видели это? Да, они крутые. Вы уж меня простите, вот эта зеленая палочка должна быть сверху. Вы за что извиняетесь? Ну, потому что они башню должны были построить вот так, но... Просто обычно этих тараканов-строителей используют для каких-то домашних проектов, а сейчас... Ты это видел, Михалыч? Покажите Михалычу тоже. Дело в том, что обычно они не строят башни. Они обычно строят... Короче, эти ребята... Повинуясь инстинкту, они строят всякие сооружения в земле вверх ногами. Типа как муравьи строят муравейник, так что в этом нет ничего такого особенного. Михалыч, ты прикинь, он насыпал туда зубочисток, посадил несколько тараканов, и они в темноте построили башню. Да. 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 Господи, это самое дикое, что я видел в своей жизни. А теперь смотрите прикол. Если посмотреть на этот кадр... то можно заметить Валентина. Парень, который попал в основной эпизод, и он зашел как раз в тот момент, когда я показывал фокус с тараканами. И, к большому счастью, Валентин смотрел в другую сторону. И таким образом он не смог увидеть моих жуков до того, как я разыграл его. Забудь и просто отпусти, слова не значат больше ничего. Из телефона удали воспоминания все до одного. Уже не будет все как прежде, к черту все надежды из чистого листа. Забудь и просто отпусти, это не любовь, это просто игра. Забудь и просто отпусти, это не любовь, это просто игра.